Скажите, против чего вы протестуете? В чем ваш протест? Против фуры, чтобы фуры здесь купились какой-то форму. Когда приходит корабль, они здесь собрали 4 метра, можно будет воров приятно приехать и пройти. Вот сейчас молодят, ходят письма, короче, сумки, ходят там, ходишь, ну, что-то говоришь, начинаешь, тоже ну, если получается конфликт. То есть они фактически блокируют улицу? Они блокируют все улицы, да. Когда въезд в порт начинается, когда корабль приходит, они все блокируют все улицы.